Всем большой-большой привет! С вами Виктория и канал Кулинарим с Викторией. Сегодня я вам предлагаю рецепт креветок. Рецепт очень оригинальный, так креветки вы еще не готовили. К креветкам я приготовлю очень вкусный соус и также предложу вам красивую и оригинальную подачу этого блюда к столу. А для приготовления нам понадобятся креветки, растительное масло, кунжут, сок лимона, мед и соевый соус. Полное количество продуктов я вам оставлю в описании под видео. Сразу нажмите на колокольчик, чтобы подписаться на мой канал. А мы приступаем. В чашу наливаю 3 столовые ложки растительного масла. К маслу добавляю 3 столовые ложки соевого соуса. Соевый соус соленый. Затем добавляю 1 большую столовую ложку меда и хорошо перемешиваю. Добавляю 2 столовые ложки лимона. Можно добавлять 1 или 2 столовые ложки лимона, это на ваш вкус. Хорошо перемешиваем. Сюда же я добавляю 2 столовые ложки кунжута. Можно готовить это блюдо без кунжута, но с кунжутом получается намного вкуснее. Я еще добавляю 1 столовую ложечку растительного масла. Все хорошо перемешиваю. Креветки у меня уже отваренные и очищенные. Я их выкладываю в соус и хорошо перемешиваю. Если у вас креветки свежие, то это блюдо, конечно, тоже можно приготовить, только предварительно креветки нужно очистить. Затем хорошо все перемешиваем и убираем креветки в холодильник на 20 минут. Это блюдо я готовила на легкий ужин, и к блюду я приготовила рис. На 1 порцию риса, у меня это 1 кружка, добавляем 2 порции воды, то есть 2 кружки я добавляю, и ставлю вариться рис на небольшой огонь. Иногда помешиваю. Креветки у меня простояли в холодильнике 20 минут, они хорошо замариновались в нашем соусе. И мы их выкладываем на сковородку. Сковородку предварительно растительным маслом смазывать не нужно. Выкладываем креветки без маринада, без соуса. Соус нам пригодится позже, и я вам расскажу потом зачем. Также на моем канале есть другие рецепты с креветками. Ссылочки я вам оставлю в описании под видео. Также вы их увидите в подсказках. Креветки обжариваем на небольшом огне. Если у вас креветки, как у меня, уже отваренные, то долго их обжаривать не нужно. Буквально несколько минут, 3-4 минуты. Если же у вас креветки свежие, то их нужно пожарить немножко подольше, 5-10 минут. Обжаренные креветки выкладываем в отдельное блюдо. И на эту же сковородку выкладываем наш маринад. Соус оставляем буквально 1-2 минуты до закипания и выливаем сверху на креветки. Это получается карамелизированный соус из меда и соевого соуса. Если вы хотите, чтобы карамелизированный соус был более насыщенным, то оставьте его кипеть на сковородке еще 1-2 минуты. Когда соус на креветки сверху мы уже вылили, то оставляем их помариноваться еще минут 5 и одеваем на шпажки. Я решила подать креветки вот так. Получилось 8 шпажек, на каждой шпажке по 4-5 креветок. Такое красивое и оригинальное и очень вкусное блюдо получается. Соус очень-очень вкусный. Это блюдо азиатской кухни. Подаю я его с рисом, зеленью и огурцами. Немного поливаю соусом. Надеюсь, что рецепт вам понравился. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. А я всем желаю приятного аппетита и до новых встреч с новыми рецептами.